Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 122, упражнение номер 197. Прочитайте. Кукушка, тополь, астра, ласточка, липа, жаворонок, клен, ромашка, маргаритки. В зависимости от лексического значения слов разделите их на три группы. Запишите слова группами. У нас есть название птиц: кукушка, ласточка, жаворонок. Есть название деревьев: тополь, липа, клен. И название цветов: астра, ромашка, маргаритки. Запишем эти слова группами. Кукушка, ласточка, жаворонок, тополь, липа, клен, астра, ромашка, маргаритки. Найдите в словах каждой группы букву, которая обозначает один и тот же согласный звук. Подчеркните ее. Произнесите звук, который она обозначает. Прочитаем еще раз первую группу слов. Кукушка, ласточка, жаворонок. У нас в этой группе слов есть буква «к», которая обозначает один и тот же звук. Ну вот в слове «кукушка» их целых три. В слове «ласточка» одна. И в слове «жаворонок» одна. А эта буква обозначает звук «к». Вторая группа слов – тополь, липа, клен. Здесь мы будем подчеркивать букву «л», которая обозначает звук «л». Астра, ромашка, маргаритки. Здесь у нас звук «р». Буква «р» подчеркиваем, которая обозначает звук «р». Ну вот в данном слоге мы букву «р» подчеркивать не будем, потому что здесь ею обозначается звук «р». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.